Запомните одну очень важную вещь. Люди в жизни получают не то, чего хотят, а то, на чем концентрируют внимание. Например, если человек говорит о том, что он хочет быть богатым, но постоянно думает, что ему не хватает денег, то он и получает эту нехватку постоянно. Поэтому очень важно не просто хотеть достичь успеха, а настойчиво концентрировать на этом все свои мысли. Ваше истинное отношение к деньгам в итоге определяет, сможете вы стать богатым человеком или нет. Поэтому вам нужно сформировать у себя правильные установки о деньгах и богатстве. Начните с одного убеждения, которое вы хотите развить у себя. Запишите его. Пишите в настоящем времени утвердительно и коротко. Выразите его предельно ясно и смело. Часто люди начинают стесняться. Не нужно. Так и пишите. Я миллионер. Я сам управляю своей жизнью. Я получаю все, что хочу и так далее. Теперь ваша задача каждый день повторять это утверждение. 5-10 минут в день. Можно повторять мысленно, можно произносить вслух. Можно даже писать. Не отвлекайтесь, не позволяйте себе переключаться на другие темы. Наш ум очень хитрый. Он может механически повторять какую-то мысль, а сам тихонечко в это время уже думать о чем-то другом. В результате вы вдруг спохватываетесь, обнаружив свои мысли не там, где они должны быть. Если вы все же отвлеклись, то заново сфокусируйтесь на вашем утверждении. Старайтесь прочувствовать состояние, которое вызывает у вас эта мысль. Поймайте настроение и эмоциональный подъем, который вызывает у вас эта мысль. Позвольте себе наслаждаться самой этой идеей. Чем больше вам удастся подключить чувства к вашей мысли, тем больше и эффективнее у вас будет результат. Не нужно критически думать о вашем новом утверждении, оценивать его или анализировать, тем более сомневаться в его истинности. Просто механически повторяйте и все, как когда-то вы учили стихотворение в школе. Или как зубрили иностранные слова. Когда прошло 5-10 минут, завершите повторение. Нет смысла повторять часами. Важно делать это упражнение каждый день по несколько минут. Этого достаточно. Просто наберитесь терпения, и через некоторое время результаты начнут появляться сами, естественным путем.